Славянском районе стартовала районная патриотическая акция «Мужество, отвага, память». На прошлой неделе акция была проведена в прибрежном сельском поселении. Подробности в следующем материале выпуска. В начале мероприятия перед учениками школы номер 6 прибрежного сельского поселения выступил настоятель храма Александра Невского, отец Дмитрий. Он напомнил ребятам о том, как важно сохранять память о Великой Отечественной войне. Мы с вами сегодня вспоминаем подвиг тех солдат, которые сражались на поле брани. Эти люди были различные. Среди них были и верующие в Бога, и неверующие в Него. Были различные национальности и различного статуса в этой жизни. Но все они пошли сражаться с фашизмом для того, чтобы мы с вами имели будущее. Организаторы акции отмечают, что ее цель в первую очередь – воспитание молодежи в духе патриотизма. Патриотическое воспитание у нас, конечно, не ограничивается какими-то тематическими мероприятиями, которые проводятся 23 марта, 23 февраля, 9 мая. Само воспитание проводится в течение всего года, ну и будет проводиться постоянно. Также для учеников школы номер 6 прибрежного сельского поселения в рамках акции подготовили творческую программу с участием коллективов Славянского района. Вниманию юных славянцев также был представлен документальный фильм «Освобождение Кубани в воспоминаниях ветеранов». После мероприятия ребята поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Алексей Кононов считает, что историю своей страны и подвиг русских солдат должен знать и помнить каждый. Конечно, я считаю, что подвиг их бесценен, и если бы не они, мы бы сейчас не жили. Патриотическая акция «Мужество, отвага, память» будет проходить в течение всего года и состоится во всех поселениях Славянского района. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».